Привет, я в садовом центре. Какое там декабря? Все готовятся к Новому году, ходят в намордниках, но давно тут не был, очень давно. А тут вот из неопилок коры сделаны вот такие статуи. Обалдеть. Температура 6 градусов по Цельсию. Не помню, то ли 6, то ли 9, то ли 8. Вот, красиво очень. Цены, конечно, тут завышенные, можно найти дешевле. Но в любом случае, Garden Center, центр, очень красиво здесь. Долго показывать не буду, но можно посмотреть, какие цены, какие растения. Здесь людей немного, в основном там кто-то покупает елочные игрушки, кто-то еще что-то. Вот так можно посмотреть, что в Британии продается и какие изделия делаются. Тазики везде, люди очень внимательные. Проблема сейчас с газом в баллонах, а вот здесь нашли, потому что на специальных пунктах все разбирают, народ сидит по домам, готовится к Новому году, и газа нету вообще. Вчера целый день была такая туманная погода, что ужас. Вот можно посмотреть, какие фрукты. Вот 10 фунтов, 9,99. Красная паричка, да. Все есть, но цены хорошие. Зачастую, конечно, то, что вы видите, не всегда соответствует действительности, потому что в зависимости от того, в какой грунт вы садите, от этого и получается. Но в любом случае выбор большой. Если вы живете тут и зарабатываете, все нормально. Садил я блюберри. Вот эту, что-то она не растет, видно, надо pH почвы, но играться особо не хочется, потому что в магазине можно дешевле купить, чем играться. Вот ежевика, она задолбала, ее так много, и вот это не колючая ежевика, 20 фунтов, капец кустик. Но у меня такие растут, и растут натуральные, которых огромное количество. Вот поражают вот эти фигурки, сделанные из коры, из старых пней. Вот смотрите, просто охренеть. 199,99, вот цена. Показываю все на одном кадре. Обалденно. Пройду еще посмотрю. В таких центрах можно купить то, что невозможно купить где-то в другом месте или... Вот, такие скворечнички, бочечки. Декоративно в такой выбор колоссальный. Просто даже сложно все описать, рассказать. Вот такие большие цветочники огромнейших размеров. Вот этот снизу 24 фунта, 25 фунтов. Скажу, что недорого. Вот такой 59. Такой здоровый таз. Ничего себе, 349. Но в любом случае есть. А вот эти еще больше. 349. Ну, у кого-то есть деньги, тот покупает. Гарантия 25 лет. Но его поднять человеку невозможно. Конечно, такие можно ставить в виде дизайна. Они хрупкие, бьются. Вот этот подфит. А 29 фунтов стоит вот этот. Грубая керамика. Довольно прикольно. Много всего есть, очень много. 59 вот такой большой. То есть умножайте, сколько, где находится кто. Вот такие 29. Довольно интересные. Потому что бродят мысли некоторые. Вот это 29 фунтов. Похоже, из цемента сделаны, не знаю. Обалдеть. Выбор есть. Очень давно тут не был. Ехали проездом и решил заехать. Вот такой керамика, 8-9 фунтов. Для Англии это вообще херня, если учитывать, что 9 фунтов, 3 фунта кофе стоит. Обычная цена 24, а это сейчас 12 стоит. Вот такой можно и купить. Специально будет приехать, потому что перед Новым годом скидки. Из-за этих всех
пандемии все попадало в ценах. Ну, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, у людей просто нету денег. Тупо нету денег. Rustic Garden. Ха. Тоже, наверное, цементная, да, с стеклопластика, с пластика плюс обделанного чем-то там. Не знаю, с чего они делают. Камушки, вот таких камушков везде валяется, немереное количество тоже. 2 фунтика стоят. Ох, эти здоровые, какие хорошие. Что у меня крутятся мысли хорошие. Вот, но такой большой садить, конечно, тяжеловато. Вот эти классные, 27 фунтиков. 49, а такой мне нравится, большой. 49. Этот 59. 59. То есть, ну, что-то найти можно. Ну, сколько бочечки стоят? 34. 39 вон там. Такая бочка. О, прикольно. Сделанное с дерева. Они легкие, перемещаться могут. И здесь довольно интересно, интересно. Ха-ха-ха. Да. Девятнадцать. Да, ну, в принципе, есть выбор. Самое больше мне нравятся те большие, но их тяжело очень носить. Так, пойдем здесь посмотрим. Люди были. Heritage Garden Pottery. Это такие, которые раньше были. Эти, наверное, должны быть дорогие. 7 маленькие, нет, 19. Вот такой 19, да, побольше такие. Это такие, которые раньше делали. Это, конечно, для крутых садов. 8, но цены достойные. Вот этот здоровый 32 фунта стоит. Обалдеть. Обалдеть. Ну все, ребята, на сегодня так. Перед Новым годом решил показать вам вот, вот такие заметочки. Как люди готовятся к Новому году и что с пчелками. Вот с пчелками я точно куплю. Пчелки — это круто. Bye.